Приветствую всех на канале Дегустатор Толстов. Сегодня хочу поделиться с вами одним моим таким любимым рецептом. Это консервированный перец чили в сахарном сиропе с уксусом. Обалденный рецепт. Попробуйте, вам это понравится. Заготавливайте маленькими баночками на зиму. Даже те, кто не кушает, будут кушать. Хотя бы сироп остренький будут капать на кусочек. Порезали перчик горький. Сейчас будем класть его в баночку и заливать сиропом. Кипятим воду, добавили соль. Будем сейчас добавлять сахар, пока не станет густым. Добавляем сахар до тех пор, пока он будет растворяться. До густой консистенции. Воду мы подсолили. Густой, смотрите, какой стал сироп. Растворяли сахар, пока растворялся. И вот этим горячим сиропом заливаем. Обязательно добавляем эссенции уксусной кислоты. Примерно чуть больше чайной ложки. Вот получился такой перчик у нас в сиропе, в уксусно-соленом. И вот можно теперь всю зиму кушать. Но мы какое-то время потерпим, конечно, а потом будем его сейчас уже дегустировать. Всем приятного аппетита, готовьте заготовки на зиму. Те, кто не любит острое, вот этот сироп можно будет капать на мясо. Он будет сладко-острый. И все будут без ума от счастья.